темнеет. Да, пахнет природой. Как у нас в лесу. Где? В Ленобласти? Да. Ну да, даже вот этот мох, как ты говорила, молекулу, да? Да. Который похож. Я думала, что ну, если ты там в тропическом лесу, то пахнет по-другому, оказывается. Я тоже так думал. Оказывается, да. Пахнет так же. Ну, похоже, да. Как будто на болото забрел, да? Угу. Потому что влажность большая. Непонятно одно, почему эта трасса закрыта от людей. Наверное, чтобы некоторые нехорошие люди не загаживали ничего, наверное. Посмотрим, знаешь, что открыта ли там дырка. Да, посмотрим. Тут мы сегодня с одной стороны, там где водопад, прошли. В другой раз попробуем с другой стороны. Если получится, то этот маршрут пройдем весь. Хотя немного страшно, что закрыто, а ты идешь. Не знаю. Да, ну по такой дороге, конечно, ходить одно удовольствие. То есть здесь. Ну вообще, я смотрю, не так-то много здесь всего открытого. Вот это особенности Малайзии. Все везде перекрыто. Ну и вход только за деньги. И море еще огорожено. Море огорожено? Ну как, такого свободного доступа к нему нету. Почему? Ну там надо, блин, ну как, все застроено и нужно как-то найти вход туда. А, ты имеешь в виду, ну да. Ну, то, что строительство у моря, это понятно, да. И там такая линия, что сквозь эту линию домов только в некоторых местах пройти можно. Но, в принципе, можно. Не, я не могу сказать, что это там совсем огорожено. Ну, смотри, как парят эти самые, да? Классно. Фоточку сделал здесь.
Первое видео мы записывали, здесь воды было, это, наверное, в разы меньше. Тебе не кажется? Река выросла. И мутная вода стала. Интересно. Есть подозрение. А я вижу, да. Но все равно выхода нет, но надо переходить. Выхода нет, это как раз в прямое понимание, что действительно нет. То есть в одну сторону шли, воды-то мало было, а обратно идешь, воды-то много. Ну посмотрим. Все-таки у них система сливов интересная, поэтому я думаю, что проблем не будет. Мне так кажется. Сейчас узнаем, будет проблема или нет. Ну как там шумит вода. Оп. А, видишь, здесь нормально можно проходить. Главное не поскользнуться. Они как? Стало... Мутное. Течение сильное. Течение, да, сильное стало. Там прошли нормально. Я посмотрю. Зато сейчас водопады, наверное, будут мощные. Сейчас перейдем. Здесь так все перекрыто, на самом деле, чтобы всякие умники не прошли здесь. Но все равно здесь есть умники, которые проходят. Ну вот, идем дальше. Вот здесь где-то рядом и будет сейчас водопады. Как уже садится.
темнеет все. Да, совсем что-то потемнело. Потемнело, и я переживаю, что дождь может сильно подмешаться. После такого дождя еще сильный дождь. Не знаю, не уверен, если честно, что будет дождь. Но не исключаю. Я просто хочу выйти. Вот здесь тропинка. Вот отсюда мы, возможно, вылезли. Мы отсюда выходили? Возможно, отсюда. Может быть, дальше. Там вот, если вправо, там эти водопад. Да, все мокрое. Там, кстати, собаки могут быть. Сейчас у нас ноги будут мокрые. Потому что там люди. Дома, помните, собаки. Да, мечеть слышно. Мы, кстати, лианы еще не прошли. Там же лианы, помнишь, висели? Мы, видать, далеко ушли. Так быстрее, быстрее темнеет, темнеет. Да. Да, все тут уже не видно.